кулечки для собачьих, понятно чего. Кто забыл с собой принести, обычно все хозяева собачек гуляют уже, получается, поводки. И на поводках уже специально прикрепленные такие кулечки. Вот. Но кто забыл, в принципе, в парке есть кулечки, можно не переживать об этом. Вот такие красивые лебеди. Черные, белые. На полу валяются как будто бы иголки от сосны. Но что самое интересное, сверху нету вот обычной сосны. Такая вот как мелкие-мелкие, такие вот как елочка. Не поняла. Может, ее для декора привезли? Странно, конечно. Так, написано, что птиц не кормить. Запрещено. Вон у них есть там кормилочка такая. Они под, наверное, либо им выдает по времени, либо они себя подплывают и берут там. В общем, нельзя кормить. Запрещено. Мне кажется, может быть, для того, чтобы еще и мусор не разводить. Потому что если каждый будет приезжать с булкой и выкидывать эту булку в озеро, то что же будет с этим озером красивым? А вот подплывает. Да-да-да, точно. Все. Называется «Хочешь кушать? Думай как». Он подплыл только что, засунул туда голову и покушал. Ага, и вот там вот тоже, на другом. Вот он как делает. Раз. Вот какие красавчики. И они прям подходят близко-близко, они вообще не боятся. Ага, вот голубь только что залетел. Вот это специальная кормилочка. Там можно брать, ну, наверное, 50 центов стоит, я так думаю, еда. Только что голубь пытался туда голову свою засунуть. Сейчас гляну, если у меня... А, я их в машине оставила, жалко. Сейчас можно было бы им еды купить. В следующий раз надо взять. О, молодец какой. Умненький. Ловить нельзя и плавать нельзя. Все написали. Оп. Раз. Поел, перекусил. Черный лебедь такой, красавчик. Оп, плывет. Гребет лапками. Мне приплыл. Думал, я его чем-то угощу, а у меня ничего нет. Для него съедобно. Вот только что поругались лебеди. Кто первый будет кушать, то в семье главный. А вот деревья такие красивые. Они прям в воде растут. За счет этого они, наверное, расширены к низу. И вот на них вот эти вот штучки растут зеленые, то, что я показывала. Вот такие вот. Не знаю, что такое, но раз белки их едят, значит, это вкусно. Белки ерунду есть не будут. Тут же вот такие вот товарищи отдыхают. Вот так вот. Сейчас мы подойдем, посмотрим. Вообще, они не пугливые, их никто не обижает, никто их не трогает. Трогать я их, конечно, сейчас не буду, но я, в принципе, думаю, что вот я очень-очень близко, вот я подошла. Вот моя нога уже, где она? Вот я стою, и вот они. Я не буду их трогать. Пусть себе сидят спокойно. Тут такие чудики еще смешные. Побольше и поменьше. Надо же такой нос. А, они обычно ходят, я видела, и в траве. Трава, если газонная, она обычно такая очень густая. И они ходят, туда свой клюв прям глубоко засовывают. Не знаю, наверное, кого-то там вытаскивают. Вот у этого даже, который поближе, у него клюв такой черненький на конце. Может, где-то и копался. А, вон их сколько. Ну,
Ну, так вот они стоят очень близко, они вообще не боятся, сейчас я мимо пройду. Вот, я иду. Испугались, не бойтесь. Но все равно он сомневается, он думает, может, что-то у меня вкусненькое есть. Вот, сделал дело. Так, тут же детская площадка. Как обычно, для детей постарше, для детей поменьше. Все чистенько, все ухожено. По-моему, ранней весной, или может быть даже зимой я видела, они насыпали вот эту вот свежую штучку, кору дерева. В общем, постоянно обновляют. Не так, что один раз насыпали и все. Везде есть мусорнички. Правила, значит, поведения. О, боже, кто-то на дереве там прыгал. Угу, и в каблуках заходить нельзя, потому что поверхность мягкая. Курить нельзя, потому что дети здесь написано. Вот такие правила. Похоже, что такая же, либо очень похожа на ту, которая была в парке. Честно говоря, смотрится очень опасно. Да, пол очень мягкий, аж ноги проваливаются, классно. Опять же, фонтанчик питьевой с чистой водой. Мама, там везде дети. Дети везде. На солнце сильно, на солнце сильно жарко. В тенек надо. Да, вот с красным клювом. Тот был с черным клювом, эти с красным клювом. Ну, пойми теперь, где правильный лебедь. Кто из них правильный лебедь? Нет, нельзя бросать этими палочками, нельзя, они не едят их. Или тот где-то клюв свой неправильное место засунул. Не трогай его, не трогай его. Эй, нельзя, нельзя. Сейчас тебе ухо отщипнет. Ты что, знаешь, как он сильно кусается? Глянь, какой у него дёб. Смотри, какой у него клюв, это он с виду добренький. А вон тебе белый, смотри, сразу клюв. Или точно тот был? Ну, это стандарт. Тот был эксклюзивным. Он где-то втыкнул такой. Красивые мордочки у них такие. Вокруг озера частные дома. Если обычно. Ничего, старенький? Он нормальный. Он понял, что ты хочешь. Ну, у тебя крыша идет. Ай, крыша его точно пришел. Кидал палку? Смотри, он пришел разбираться, кто у моего лебедя кидал палкой. Да? Лебедь точно раб. А, все, уплыл. Что, как уплыл? Помахал задом? Ага, красиво. Ну иди, иди. Тут есть и банки, и жилые дома, и офисы. Это голодный. Так, там какая-то идет пропаганда. Сними этих модных девочек слева. Необычные. Это необычные, это уже обычные для меня. Для меня это уже обычные. Да? У меня таких девочек. Да, много. Вот красивый такой тоже. Беседочка. Такая просто беседочка красивая. Наверное, можно посидеть там. Хотя там не видно, чтобы там где-то можно было посидеть. Ну, не знаю. Наверняка для чего-то ее сделали. Опять эти зяблики, крокозяблики. А вон уже дичь пошла. Дичь так уж дичь. Это уже гуси. Вот это уже, да, большие вот такие. Это уже пикничком пахнет. Пикничком? А вон, скажи, наверное, уже одного гуся поймали, он празднует.
Думаешь, шашлык делают? Я думаю, что тут нельзя огонь разводить. Я думаю, что они просто готовые с собой принесли. Так, не рассказывай. А вот и агава или гуава. Я их путаю все время. Как это называется? Агава или гуава? Из чего делают текилу? Или вот это больше похоже? Тоже не помню. Нет, вот это больше похоже на агава. Агава или гуава. Не знаю. Один из них фрукт, другой из них кактус, который... С зелеными волосами такая. Кактус, из которого делают растения. Вот смотри, что будет, если купаться в той зеленой воде. Смотри. Да. Видишь, сразу голова зеленая и листик тает. Приблизила? Ага.